И вот на горизонте замаячила надежда, как никогда прежде. А я вас приветствую, друзья, с вами Верус. Продолжаем играть за Карла. Вроде бы ситуация выравнивается, ситуация, кажется, уже даже складывается в нашу пользу практически. Практически, за малым. Артиллерию, ну, я сомневаюсь, что этот мерзавец... А, хотя в тобой чуть-чуть дает шансы на меньшие потери, так что давайте. Артиллерию он вряд ли отберет, почему-то в этом дополнении вообще не хочет отбирать артиллерию армия, что бы мы ни делали, потому что повстанцы вон сплошь и рядом появляются с артиллерией. А, нет! О, как оно! Все-таки есть звоночек. Звоночек есть. А тут мы потери несем из-за перевал, да? Из-за перевал звучит красиво. Отвлеклись здесь немножко, но мы продолжаем. Этой армии можно отойти, пытаться уже грабить даже. Но пока, я думаю, обойдемся без этих крайних мер. Здесь грабить, захватывать их столицу не получится, тем более пока эти осаждают, там, Верону идти уже. Ну, может быть, Верону можно было бы сбегать. Но и терять Гренобль из-за этого. Пока-то время нам позволяет немножечко, да, еще. 17 ходов, обещания франков. Ну, скажем так, еще вроде бы позволяет время. Еще время какое-то у нас имеется. Здесь мы можем тем более забежать в город. Обеспечить даже порядок армии. А ну-ка, плюс выходим. Ну, давайте наемников пока не распускать. Давай, Карл, забирай провинцию целиком. Ну, он вообще красавец, он сейчас легко оформляет здесь штурм. Здесь это все. Опять элиту теряет кавалерию, ну, просто в хлам ее. Освобождать мы никого не будем. Конечно же, мы оккупируем. Провинция целиком и полностью под нашим контролем. Ван. Но это мы можем отремонтировать. По факту это дешево все. Так, сегодня решили поотвлекать меня на Карле. Так, окей. Тебе мы можем сейчас улучшить традиции... В принципе, боевой дух, налеты я не устраиваю особо. Опыт для стрелков, урон от выстрелов можно увеличить в перспективе. Либо защиту в ближнем бою сейчас и атаку. То есть это сейчас, а урон от выстрела... Ну давайте. Защиту, атаку в ближнем бою мы увеличиваем. Для данной армии все-таки пехота себя будет проявлять... Куда веселее. Усталость уже 34. Я не помню, когда в последний раз нечто подобное у нас было. Это просто праздник для нас. Это праздник. Ван мы можем потерять, правда, сейчас. Повстанцы снова могут захватить это поселение. Но мы удержимся, я думаю. На плаву без проблем. Так, пища, рост, производство, это мы отремонтируем. Это денег не так много требует, это все вроде бы нормально. Здесь Одо, но тебя я не вижу. Хотя, ну, можно использовать его. Запугивание населения. Здесь мы поддержку, да? Улучшение общественного порядка еще врубить и... Ляпота. Даже тех же агентов сейчас понанимать дополнительных для обеспечения порядка. И будет нам вообще счастье. Так, ты... Ну, ты тоже в плюсе, на самом деле. Как ни крути, но ты в плюсе. Здесь у нас тоже все хорошо. По факту эту армию можем перебросить вот сюда. Восстанавливать потери потихонечку. Своим ходом так. Медленно, уверенно восстанавливать потери. А тебе... Ну, все-таки децимацию еще нужно проводить. Эта армия еще не готова. А кулак императора. Они еще не отошли от стресса.
воля императора пусть останется, в принципе, может восполнять потери уже спокойно. Ну и здесь вам децимацию тоже пока проводить не будем. Все, замечательно. Эта фракция нанимает бомжей себе побольше. Может, и не бомжей, но там приличненько так там. По героям. Где мы можем нанять? Так, как раз здесь мы можем подтянуть агента. Мы можем и воителя подтянуть. Кошачья реакция, шанс на успех это действие, общественный порядок минус 20, штрафы за присутствие других религий. Вот, ну, кстати, хороший. Вот он нам пригодится сейчас. Он нам сейчас может очень сильно пригодиться. Второго такого же мы не потянем, а еще самооборона, шанс ранить. Ну, в Риме втором эти точно порядок еще могли наводить. Сейчас посмотрим, что он делать будет. Шанс ранить. Самооборона. Ну давай. Мщение. Возьмем, а там дальше посмотрим. Что это? Увеличение численности войск, которые можно нанять в этой провинции. Ну, так себе, конечно, бонус. Ладно, тут священники за это отвечают. Ну и пусть отвечают. 10 тысяч оставляем по деньгам. Не тратим. Дипломатию проверим. Авары пока что не согласятся на торговлю, это точно. Алемания. Кстати, Алемания, я с вами еще не договаривался о перемирии, да? Они тут рядышком, и это они стек выдвигают на нашего вассала. Мы можем попытаться с вами договориться. А ну-ка, что это я? Отношения ухудшаются, мирный договор они хотят. У нас свои задачи. Нам сейчас по факту-то нужно объединять королевство. Я мог это сделать, получается, но у нас были огромные проблемы. Так, подожди, а 7 сотен ты не хочешь, да? Угу. А 6 высокий, ну ладно, окей. 650 давай. Полтос скинем. Полтинничек тебе скинем. Ломбардия, еще враги. Ну и все. По факту у нас остался всего лишь один враг. Усталость от войны должна еще уменьшаться. Мы таким образом перестроим все. Общественный порядок. Общественный порядок. А тут постройка это играет вообще роль? Постройки 18. То есть теоретически да. Она играет сейчас роль. Ну давай, перестроим, хорошо. В соседних провинциях тоже наводим порядок и сдаем ход. Губернатор, тебе еще общественный порядок. Хитрость, изменение налоговой ставки. Опыт, дальность перемещения. Но тебе вот стоимость строительства, налоговая ставка, поэтому хитрость. Это все, что остается. И сдаем ход. Отлично. Замечательно. Своевременно про этого Папу Римского я вспомнил, конечно. Что он может еще порядок наводить? Ха-ха-ха. Так. Отвык я агентами пользоваться. Хотя в Риме 2 вообще агенты это крутая тема. Первое время, когда можно было их иметь неограниченное количество. Да, ограничения были. Но неограниченное количество их можно было иметь за счет именно... Так, ты ни с кем не выйдешь. Ну, нет, не буду. Боль деньги. За счет того, что ты переманивал. Ну вот, мы теряем, да, поселение. Давай, ускоряйся. Не хочет. За счет того, что ты переманивал. Ты мог огромное количество переманивать, и никто ничего... О, вильцы уничтожили. Тебе не мог сделать. Улучшение отношений с союзником. Продолжительная дружба привела к улучшению отношений с этим союзом. Ободриты. Плюс 60. Замечательно. Все, теперь добиваем. Здесь теперь точно никаких проблем у нас не будет в этой провинции. Ну давай. Кавалерию, главное, не слей мне. Ну, блин, на грани, конечно, был, ну ладно. Оккупировать.
просто оккупировать. Восстание случится, но если что здесь восстание, мы это подавим. Это самое восстание не проблема. Тут 4000 предлагаю вложить. Церквушки построим. Все будет. Все будет тип-топ, очень хорошо. А, по-хорошему, наверное, даже... Ну ладно, пока оставим еще на этом ходу так. А так в идеале вот элита здесь бы села, чтобы успевать везде. Везде успевать. Везде бы успевать хотелось бы мне. Так, идем. Чемпион. Чемпион. Давай, чемпион. Посмотрим. Что ты можешь на земле противника делать? Просто ради интереса. Здесь. Действие партизан. Ну ладно. Не можешь, так не можешь. Сделаем якобы призыв к оружию. 17 ОДО. Салютейшн ты делаешь? Салютейшн. В принципе, сейчас мы разместим в этой провинции тебя. И тут тоже плюс будет. Уже хорошо. Уже они вдвоем нам заменяют стеки по факту местами. Хоть тут и есть армия, и одна, и вторая. Вон они наготове. Наследие Мартелла можно даже выдвинуть вот сюда. Ну, Генуя вон захватили. Верону потеряли, Генуя захватили. То есть, если что, они, я думаю, дождутся. Столица будет ждать. Вопрос сейчас, какой стек бросать? Тебя? Ну, или Карла? Давайте Карла. Все-таки Карл наш главный персонаж. Его и будем туда отправлять. Ты просто наводи порядок в провинции. Ты у нас даже прокачиваешься уже. Авторитет и рвение. Ну давай, авторитет и рвение. Берем. Все равно здесь пока еще идет в минус. Поэтому децимацию. Плюс 6. Зато плюс идет более-менее хороший. Роланд, а у тебя на всякий случай сейчас посмотрим. У тебя 4 есть. Мы можем, в принципе, пока ты сидишь, децимацию провести, чтобы ускорить этот процесс. Чтобы они были верными по факту потом максимально. Даже здесь провести. Хотя, видите, сражений нет уже. В плюс выходят потихонечку. Выходят, выходят. Давай тут тоже проведем быстренько. Напоследок, так. Для профилактики вам немножко. Чтоб не расслаблялись. Здесь выходить в плюс. Кстати, поломал нам агент очень сильно. Но пытаться его убить нашим шпионом, я бы не стал бы. Но есть шанс потерять шпиона. Подлюка ты, конечно, редкостная. Сейчас бы мы были в плюсе. Если бы постройки вот это... гадость не сломала нам. Еще 33 хода, тут будет бонус с язычниками, вообще наслаждаемся теперь жизнью. Как-то так смотрится все. Благополучно, мы начинаем дружить с бывшими врагами. Прям очень хорошие отношения. Вполне возможно, против них придется воевать, и будут задания от папы, там, забей их до смерти, да? Это все угодно будет папе. Строительство. Потратить, ну, можно. Вроде бы события никакие не происходят. Здесь сейчас просмотреть, куда еще вложить копейку. Западное Аквитания в плюсе. Нейстрия. Здесь вот у нас, получается, Западная Франция в огне. Небольшом таком еще. Восточно. А здесь еще, я надеюсь, на брата, наверное. Ну, на его армии. Там-то мы прикроем. Саргосу все никак не может повстанцев взять. Не может он. Шаттер, шаттер тоже здесь сейчас, кстати, порядок падает.
Можно 4 хода за это время. Можем не успеть только вот возвести. С другой стороны, сейчас церквушка. Должны. Давайте улучшим здесь поселение. И сдаем ход. Так, кто у нас губернатор? Отлично. Сплоченность, общественный порядок. Здесь вообще сейчас общественный порядок должен быть замечательным. Медный рудник. Но пока тут чахотка. Ни о каком медном руднике речи не может быть. Повстанцев в первую очередь бьет. Действует агентами. Подводит армии. Но если что... ну, вроде бы и хочет он на них нарваться. Но если оставит армию возле города, я тоже буду не против. В принципе, в совокупности мы справимся. Подкрепление подойдет, и все будет замечательно. Вассал как переехал наш, да? Так, это поселение. У нас по факту это осталось всего лишь одно поселение. Из тех, за которые мы отдали 8 штук. Только одно. Но у нас империя выросла. Губернаторы до 5. Соглядатые, жрецы. Еще одного жреца можем подтянуть. Цель достигнута. Королевское имя. Прежде чем истинный король утвердит свою власть над землей, его имя должно прозвучать со всех 4 сторон. Мы выполнили всего лишь одно дополнительное задание. Новое задание. И сейчас денег нам отсыпали как раз. Избыток населения. Усталость. Ну, 42. Из-за потерянного поселения крупного усталость все-таки упала. Так, а здесь аббатство. В принципе, в этой провинции. Загрязнение. Вот сюда давайте. Расширение. И делаем... Где там этот? Приют. Вот оно. Возводим самый-самый обыкновенный приют. Битва Саргоса. Тяжелое поражение. Ничего страшного. Салютейшн. И давай сразу еще одного, наверное, наймем. Монаха. Шанс на успех, кошачья реакция в случае неудачи, старейшина, общественный... О, вообще шикарный. Вообще шикарный чувачок. Он даже пассивно, вон, сразу порядок наводит. Бретонская армия, очередное восстание. Можем, с одной стороны, им позволить повосставать еще. Порядок будет в плюс выходить. Давайте позволим. Постепенно сейчас наследников будем перебрасывать. Здесь мы тебя размещаем здесь. Наверное, возьмем еще немного воинов. Кавалерии. Давай копейщиков маловато. Потом наемников, если что, распустим. Как минимум, может, мечников, только если одних оставим. Конные игры, боезапас застрельщиков и лучников можно новых. Копейщиков можно, ну, улучшить в перспективе. Здесь будет, если продовольствие как-то процент увеличилось. Ну, чисто постройки культурные процент увеличить. Ну, давайте увеличим процент культуры. Уже можно задумываться, да, о культуре? Уже можно. Роланд, ты в плюсе. А здесь восстание пока не предвидится. Здесь все хорошо. По факту, на самом деле, жрецов можно перебросить в тыл. Вот как раз в эти провинции, где у меня армии толком нет. То есть потихонечку их туда перевести. Здесь, если что, армия подстрахует, армия, если что, перебежит. Так, ты еще в плюс не выходишь. Ты в плюсе, но нанимаешь. Ну давай, ладно, восполни потери. Тебе сражаться скоро. Ты в плюсе, замечательно. Ты в ноль выходишь. Ну, артиллерию восполняй. Восполняй потерю и ремонтировать пока. Пусть оно само ремонтируется, бесплатно. Да, ну... Так и такой подход будем использовать. В Британии
Давай циркушку начнем еще улучшать. На эту провинцию как раз будем распространять влияние. Скоро-то и здесь будет восстание. Скоро и там будет восстание. Может, тебя перебросить в боя? Давай, наверное. Мы сейчас тебя перебросим. Тут-то точно провинция стабильная, более-менее. Хотя одним этим монахом мы не отделаемся в данной провинции. Армия все-таки еще нужна. Ну и Франция. Теперь смотрим, где бы что возвести. В Британии. Можно еще, в принципе, торговлю обеспечить. Дополнительный показатель. Британия хотя горит, подгорает так чуть-чуть, по мелочи. Нужно думать о земледелии даже. Местами, где это есть. Тут предлагаю тоже церковь возвести за 2000. И 8 штук пока оставляем в резерве. Все, сдаем. Губернатора, ну, можно назначить, хотя сейчас. Власть 50 на 50, господство 52, контроль 48. Можно это исправить. Предприниматель. Ну, давай на следующий ход. Да, он мог бы бонусы нам уже давать, но давай на следующий ход. Не страшно. Так, хотя этого воителя предлагаю оставить все-таки на границе. Там, если что, вдруг загорится какой-нибудь огонь неприятный, чтобы его потушить. Ну или хотя бы о нем знать, что за огонь. Там потушить-то он не сможет. Что он там предпримет, да? Так, требуют деньги. Требуют от меня деньги. Оборонительный союз сепаратистов. Ну, с сепаратистами союз оборонительный опасно. Они не особо сильны. И не особо там что-то смогут сделать. Так, я надеюсь, ты сейчас стабилизируешь ситуацию хотя бы чуть. Да, отлично. Этот стек стабилизирует ситуацию. Данный стек ты разбиваешь. Если еще и получишь артиллерию трофеи. Нет, не получил. Ну и ладно. Было бы приятно. Уходим в ноль. Замечательно. А, так, уйди сюда. Где-нибудь здесь ходи. На границе. Можем тебя разместить. Там колдуй. По мелочи. Ну, их могут уничтожить. Их могут уничтожить раньше, чем мы сюда даже дойдем сейчас. Прям накинулись чайки. Рвение, религиозное влияние. Ну вот, вдохновлять население можно сделать. Самооборона, шанс, стоимость действия агентов, шанс на критический успех. Ну, так себе. Там и дальше особо эффектов таких интересных не будет. А сплоченность поднимать будет. Коррупцию вон уменьшает. Убеждение, проповедь, хитрость. На порядок здесь ничего. Но это запугивание именно. Подстрекательство будет работать на территории врага. Ну, можно проповедь религии сейчас увеличить. Для него. Исключительно для него. Давай, бегом. Ты должен помочь. Карл. Не знаю, Карл. Что мы сделаем сейчас? Что получится в итоге с этим заданием от папы? Оно отменится или нас обвинят в нерасторопности, что мы медлили, да? Или нам просто дадут новое задание. Мол, не справились с этим, ну, дадим тебе второй шанс. Такой вариант меня бы устроил. Так, давай децимацию еще проводить тут. И здесь.
Здесь мы в плюсе пока оставим. Здесь в минусе проводим. Здесь мы немножечко еще в плюсе. В принципе, постройки ремонтируются. Охрана тут хорошая. Ну вот и вся ситуация. Ну, пару тысяч можно потратить сейчас. Пару тысяч предлагаю потратить на строительство чего-либо. Десятку все-таки в резерве придержу. Раз такой острой необходимости уже нет, можем себе позволить. Болезни, кстати, закончились. Ура! Зима пришла и зараза погибала. Давай сюда. А, ну губернатора я планировал, да. Нового губернатора планировал, предприниматель, производственные постройки, стратег. Ну давай предприниматель. Вот помоложе, амбициозней, скорее всего, будет. Так, в Британии у нас производственные постройки есть? У нас здесь, в принципе, торговля прям процветает. Земледелие. Исключительно торговля. На производство ничего. В этой провинции торговля, общественный порядок. Торговля, торговля, торговля. Ну вот. Вот и все. Чисто как оборонять, губернатора назначить. Здесь вот производство есть. Небольшое еще. Мы можем назначить там губернатора. Можем себе позволить. Так. Британь. Ну, да. В итоге у нас, если назначать, то варверные сюда. Давай, губернатор. Как там этот регион? Восточная Аквитания. Предприниматель ты мой. Но что по верности? О, у него еще и великолепная верность. Прямо вот сейчас и проблем с этим нет. Спасибо. Спасибо ему за такой подарок. За такой подарок прям огромное спасибо. Ну и эдикт как раз издадим. Стоимость найма. Общественный порядок. Выйдем в ноль. И здесь даже не придется сейчас надеяться на армии брата, что они вот будут нас спасать постоянно. С другой стороны, они их сдерживали, эти стеки, никуда я не уходил. Но если начнется война с ними, то нужно, конечно, чтобы ушли. Война может, я так понял, начаться здесь еще. Либо событие одно только. Если оно только одно, то как-то даже странно, да, то есть все... Объединять. Только теперь напрямую объявить войну. Бернард. Бернард Шоу. Еще главное проверять вот теперь эту тему. Удобно, что в Вархаммере отказались от постоянной ручной активации агентов. Да, в том же, в принципе, Total War Saga. Да, в Трое. В Тронах Британии их не было. Это очень удобно. Это прям хорошая тема. Прям очень-очень хорошая. Так, эти держатся. Но они возьмут. Тут еще один стек подошел. Павия уже не удержится. Там бомжи остались сплошные. Карла чисто здесь сейчас посадить. Для этой цели.
Усталость у нас, смотрите, 39. Щит даже вот восстанавливается прям на глазах. Нас радует. Оп. Прям вот, знаете, так как-то легко все. На душе светло. Спокойненько отдаешь приказы. Наемников разгоним. Пока оставим, ну, самого дорогого наемника. Так и быть, оставим. Подтянем еще лучников, копейщиков, лучников и кавалерию. Потом распустим уже и дорогущего наемника. Потому что мы этих четверых наняли, и по факту, как он стоит. Один. Так, Ролан, ты сюда. Здесь мы проводить уже не будем. У тебя тоже предлагаю не проводить. Смысла нет. В этой провинции порядок стабилизировали. Здесь небольшой еще есть шанс. Тут все-таки восстания тоже произойдут. Хотя, если отремонтировать, предотвратить их можно. Так, давай. Трир. Богатство от земледелия. Гарнизон увеличить. Или, а ну-ка, Британия. Давайте здесь. Давайте тылы сейчас прикроем. Хотя эти тылы могут загореться очень-очень сильно. Эти тылы могут запылать. Ну, только так. Потому что со стороны Англии враг интересный. Ну что, город? Давайте тогда улучшим здесь. 6000 придержим. И, наверное, потом начнем ремонтировать. В принципе, здесь можно отремонтировать и вполне возможно выйдем в плюс. Все-таки, когда полностью сломано, они не ремонтируют ее. Постройку. Но сами. Так что давайте, ладно, вложимся. Сейчас будет обидно, если события вот именно на этом ходу. Именно сейчас. Только тут и только сейчас, да, и... Я такой вот молодец, потратил денежку всю. С вами торговля уже невозможна. Он-то воюет против ломбардов. Но отношения ухудшаются. Отношения ухудшаются в разы. Я так понимаю, объединение именно территории Франции. А вот, смотрите, у этой фракции нет союзников. Бургундия. Это кто? А, вот она. Ну, похоже, Франц сюда пойдет. Блин, там я ремонт начал. Конечно же, мы вступим на стороне союзника. Все, фракция уничтожена. А что задание? Вот мне вот очень любопытно. Захватите или разорите ломбардскую столицу. В итоге их взяли... А, это, наверное, они... Нет, сепаратисты взяли. Короче, фиг поймешь, терчо. Надеяться, что ломбарды воскреснут? Да нет, они не воскреснут уже. Они уже точно не воскреснут. Так вот, кстати, я, по-моему, не договорил насчет Рима 2, что вот эти вот активации постоянно слетали, особенно после повышения уровня. Они стабильненько слетали. Так, у нас появился новый враг. В принципе, в Мец он может выдвинуться. Мы развернем Карла в эту сторону. Что у него, да какие войска, не вижу, не знаю. Но здесь однозначно уже перебрасываем стек на границу. Минус 9 есть проблемы в данной провинции. Не хватает циркушек, понастроили. Просто обалдеть сколько. А все равно еда, налоги. Тут с едой проблемы. Не люблю, когда так происходит. Но у нас же, в общем-то, еды хватает. Но поставки еды должны
происходить из других регионов. Нет, нифига. Распускай. Ничего подобного, говорят, не будет. Так, наследник Роланд, тебя перебросили, считай. А ты тоже в ноль выходишь. Ну, повышаем. Пока шанс такой есть, хороший повышать. Этим нужно пользоваться. Личное влияние, налоговая ставка. Давай сюда. Вам только, наверное, происходит. Хотя вот эти два стека я не проверил. Сейчас подожди. Все-таки проведем тоже. Для профилактики. Для профилактики проведем. 5000 доход на этом. Тогда даже сейчас тратиться не станем. Ходу. Ахин с порядком хорошим. Без армии тут минус 9, но можем нажить себе проблемы. Либо вот этого еще перебросить сейчас, пока армия там на границе. Уменьшить. Нет? Вот, да, действует. Потом, надеюсь, активация тоже сработает в обе стороны. А ну-ка, Бургундия. Они хотят мирный договор. Бургундцы хотят мир. Усталость от войны 38. У нас, учитывая, что войн как таковых-то и нет, усталость должна сейчас очень сильно уменьшаться. Армии на нашей земле, войн нет. Подписание мирных договоров массово происходило. По идее, все условия, все возможные условия были предприняты. Так, ну ладно, давай оборонительный союз попробуем. Договор о ненападении сепаратистами с данными. А может напасть все-таки на поселение на это? Так, карьерный вопрос. Воспрепятствовать нет, ничего не делать. Должность ты уже можешь занимать? Отлично, прям. Ты как раз губернатор земледельческий, правда. Там постройки отсутствуют, но пусть будет. Господство 49, контроль уже чуть-чуть теряем. Так, собрать поддержку. Дети маленькие, дети не вырастут. Кого-то нужно будет усыновить. Или давай отставить. Давайте усыновит вот этот друг. Сюда. А ты собирай поддержку. И будет нам счастье. Призыв к оружию плюс один. А заказное убийство, изнурение, самооборона, шансы ранить нападающих. Ну давай вот так. Порядка от тебя не будет. Ну и увеличим количество потенциальных армий и отрядов. Так, вы все еще работаете. Тебя... назначаем минус 5. О, минус 8. Серьезно? А чё это ты так, дружище, в минус пошел? Технологии, мигранты, нестабильность, вопросы веры. Но здесь что-нибудь на еду нужно возвести. Подождать рост. Ну, пятерка, семерка. Ну вот четверка. Здесь достаточно будет 4. Рост сейчас более-менее, хотя бы. Ну, предположим, что все будет хорошо. Подходи на земли союзника пока что. А здесь теперь восполним потери. Можем подтянуть против бургундцев нашего брата. Ну, попытаться. The blessings of the Lord upon you. What then do your new... Нет, он не вступит в эту войну.
Ну, хорошо. Мы можем и подчинить его. В принципе, отношения неплохие. Как резко стало все спокойно, да? Вот я даже... Вот, с одной стороны, после непонятно чего... Что здесь и как происходило порой. Радуйся, с другой стороны, это не похоже на тот товар. Такое спокойствие пугает. Пугает такое спокойствие порой. Давай децимацию еще проведем. Так, Британию. Мы можем до третьего уровня, но тут продовольствие будет уменьшаться резко. Предлагаю пока этого не делать. Земледелие. Торговля, производство. Но можно вот загрязнение дополнительное. Шахту за 2000. Вполне. Вполне этого будет достаточно. Еще церквушку за 2000. Ну что, мы не за Карла Великого играем, что ли? Церкви везде. Насаждение. Великое насаждение. Так, рост, общественный порядок. Но за счет этой церквушки можно обеспечить в данной провинции вообще спокойствие. И здесь 4000. Ладно, вложимся. Это кто у нас? Это губернатор. Здесь рвение и как раз общественный порядок. Дополнительный плюс 2 к общественному порядку. Вот правда, если сразу... Не бросать свои территории, учитывать эти... Нет, пока что. Учитывать эти все требования, которые есть... А ну-ка отступим сейчас назад чуть. Он тут не дойдет до нас. К усталости от войны. То все хорошо и прям... Знатно двигаемся дальше. Персонаж принят в семью. Контроль повышен. Но вот господство уже после этого 57. И здесь 50 контроль. У нас снова стабильное. А вот королевство Ломбардия, кстати, появляется. Смотрите. Где-то здесь оно появилось. Может быть, тогда с вами и договориться? Но мы эту армию можем выдвинуть, захватывать. А Карл их по одному сейчас вынесет. То есть по одному он ночную битву может использовать. Лично разыграем, конечно же. А ее, но разнесем сразу. Общественный порядок, проповедь. Тут даже в плюс выходим. Вот такие вот у нас планы, друзья мои. Но это давайте уже сделаем в следующей серии. У нас сегодня действительно получилась спокойная серия. Мы уравновесили ситуацию. Мы даже, возможно, успеем выполнить задания. Наши будут союзники довольны. До следующей серии. С вами был Верус и Карл Великий. Всем добра. Пока-пока.